Здорово, мужики, сегодня будет новый видос, кукап, достаточно давно такого не было, покажу вам, как сделать биток в стиле Friendly Tag, у него скоро выходит новый альбом, и вот в честь этого сейчас что-то напишем под него. Снимаю с хаты, вот, студийки тебе не нужны, тут у нас вот рабочее место такое, там он, братанчик, работает, отправляет жесткие месседжи. Из проекта, который у нас сегодня получится, я выведу все ваншоты, все драмки, все инструменты, чтобы вы могли, не имея синтов, которые здесь у меня есть, чтобы вы могли писать вот то же самое, например, могли повторить этот бит, потренироваться и чему-то новому научиться. Оставлю его у себя в телеге, ссылка в описании. Вот. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайкос и полетели. Ну и начнем с BPM-а. BPM у нас в West Coast битах 196, хоть и Саня так сейчас начал читать не только на West Coast биты, но все равно, да, с ним как-то вот этот стиль ассоциируется. Поставим что-то типа 196 и начнем с какого-нибудь пианино. Ну, допустим, семантик для такого. Писать будем в доминоре, потому что в нем такие очень дарк мелодии получаются, чуть депрессивные. И тут есть такой прикол, то что вот если мы, например, строим аккорд, стандартный D-минор, и опускаем вот эту вот ноту на один, на одну ступень, получается вот как раз то звучание, которое нам нужно добиться. И как будто вот эта вот нота нам дает радость чуть-чуть. Вот ее поэтому берем, лучше сделаем вот такую высокую D-шку. И что-то хочется еще снизу, возможно, вот эту E. Во-во-во. Чисто возьмем вот эту часть и поднимем на 5, получается. Раз, два, три, четыре, пять. Чуть-чуть попроще сделаем. Это как бы такой, да, заход на следующий аккорд. А вот эту мелкую что-то тупо скопируем, но чуть-чуть добавим небольшие изменения. Основной пианино у нас есть, теперь сделаем его более живым. Alt-S, чуть таймер и чуть velocity. И общую velocity сделаем ниже. Общее настроение задали, давайте теперь допишем какие-нибудь дополнительные инструменты. Нашел вот такой синтик интересный. Вот сейчас что-нибудь пропишем на нем интересное. И то же самое повторим с нашей второй ноты корневой. Еще хочется каких-то колокольчиков, типа. Во-во, вот такие, чуть приглушенные, чисто для вайба. Повторим вот здесь конец, потому что достаточно важная часть бита у нас вот именно вот эта вот. Во, вот такой. Достаточно вайбовый, очень простой, без лишнего, чисто заполнять пространство. И сейчас покажу еще фишку, чтобы этот пэд прям зазвучал идеально. И смотрите, вот сюда заходим channel volume и делаем так, чтобы звук всегда шел по нисходящей. То есть вот. И вот этот вот конец, он теперь у нас не выбивается, а он аккуратно завершает аккорд. Такой у нас сэмпл получился. Сейчас мы чуть его еще обработаем, но пока перейдем к басу. Здесь вот такой хочется взять. Криминал. Чисто криминал бас. Ну и все, основные инструменты мелодии мы написали. Давайте переходить к драмкам. Тут тоже есть пара фишечек. Сначала кик. И скопируем, такая простая партия кика у нас, не забирающая на себя много внимания. Дальше клэпчик. Теперь хэт. Нажимаем здесь просто филлидж 2 степс. Филлидж 4 степс.
потому что Finish to Steps, оно будет слишком-слишком быстро и убивать вайб у нас здесь конкретно. Ну да, я думаю, вот такая простая партия. И все, мы так и оставим. По корневым нотам пишем бас. Ну а теперь погнали к именно весткостовским фишкам. Одна из них — это вот этот вот звучок. Где он тут? И еще есть такая у меня темка. Сделаем только чуть-чуть velocity по-разному и чуть по ушам разведем вот эти два перка именно. И что, к следующему... Обязательно. Обязательно вот этот звучок у нас присутствовать должен. Что-то типа... Только надо сделать ему дефолтные настройки без панорамы. И последнее. Добавляем open head. Пока отключим вот эту вот темку с оханьями-аханьями, вот, она у нас будет играть в разные моменты бита. То есть где-то open head, где-то вот это ох-ах. Сейчас я вам покажу, как проверить свой бит, вообще хорошо он звучит в итоге на голос артиста или плохо, да, как это все сделать, как реализовать. Срежем ему лишние низкие, высокие, то же самое сейчас сделаем на всех остальных мелодиях. И добавим 4 верба. Вот, раскидали, короче, такую простую аранжировку. И что мы сейчас сделаем? Нам нужно найти какой-то подходящий голос. Пишем нашего артиста. Friendly, так. Так, и пытаемся подобрать более-менее подходящую по тональности и BPM капу. Вот D минор, но тут тоже... А, это вообще не то. D минор, Friendly, так, 98 BPM, Earthwalker 100. Вот, шикарно. Дальше заходим в Vocal Remover. Берем трек. И закидываем сюда. Вот, вообще я видел то, что в FL новые сейчас добавят искусственный интеллект, который это все может сам автоматически вырезать. Но я что-то не нашел пока обнову. Поэтому делаем пока вот так, через небольшие грабли. И вот, короче, мы получили в итоге голос и бит отдельно. Нажимаем сохранить. Вокал. Все. У нас вокал скачан. Мы просто берем и закидываем его к нам сюда. Так как там была такая же тональность, такой же BPM, 98 на 90, на 2, да, 196. Получается, нам нужно только чуть-чуть прям подогнать из-за того, что тут MP3-ха. И давайте слушаем. Давайте, короче, посмотрим, правильно там определилась вообще BPM. Нажимаем здесь, detect tempo, 100-200. Ну да, вроде правильно. 20-22, йо. Я вдыхаю дым, как... Йо. Я вдыхаю дым, как будто мне снова 17. Вот, все, идеально подставили. И теперь слушаем с нашим битом. Эй, френдли, так, 20-22, йо. Я вдыхаю дым, как будто мне снова 17. И задней нет проблем, только экзамены. Экзамены. Прости, что я соврал тебе, мне надо было спрятаться. Вернусь ко... Все, звучит идеально. Звучит идеально. Сможете послушать это в моей телеге. Опять же, закину вот этот вот биток с голосом френдли тага. Вот, можете приценить. Сейчас чуть-чуть вам еще там послушать. Обязательно voice tag, конечно же, ставим. Не забываем важный этот аспект. Эй, френдли, так, 22, йо. Я вдыхаю дым, как будто мне снова 17. И задней нет проблем, только экзамены. Экзамены. Прости, что я соврал тебе, мне надо было спрятаться. Вернусь ко вторнику, а я хотел бы к пятнице. И ты уже не веришь в эти сказки. Хотя ты раньше называла меня сказочной. И моя мама стала звонить тебе чаще. Но мне не важно, о чем вы болтаете. Я делаю деньги, и ты знаешь куда больше, чем другие. Убей. Ты знаешь, чем воняет наша кухня. И почему я поднимаю домофон в квартиру. Но выхожу из дома только на минуту. В общем, вот такой сегодня биток у нас получился. Пишите в комменты, похоже, не похоже на тага. Как по мне, вообще ёп, особенно с капой. С капой вообще максимально жестко звучит. И подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всех обнял. До следующих видосов.